Информация с одного из комиссариатов полиции, которую я получил вчера. Я зачитаю это дословно, чтобы вы понимали степень наглости и цинизма со стороны министра внутренних дел Войко, который просто превратил в какой-то предвыборный штаб Игоря Дадона Министерство внутренних дел. Значит, вчера сообщение одного из комиссариатов полиции. Бонезио Ренат Георгиевич, есть индикации дела мои и ЧП, Парвинета Диси, говорит, ла индикация кондусери Церика, полиция де районе, Санкиды Уоки, Лачия, Кэпи Серемиши, Ворактива Пито, территорию Республики Молдова, Нзива Леджерлор, Шивор Кумпара, Алигаторку, Банши Баутуры. Саинтервина, Нумая Тунчкан, Вор Адмитин Калкарь, оппоненций, электораль Алуй Додон. Это что такое, Паша, который был оляк и пылесос, сейчас Паша, смотрю, уже Паша оляк и политехнолог. Или коронавирус случайно мозги сдвинул. Я с уважением относился и отношусь к настоящим полицейским. К операм, следователям, ребятам, которые сегодня, рискуя своими жизнями и рискуя своим здоровьем, практически без всякой защиты выезжают на тревожные вызовы по ночам. Люди, которые за 5000 лей рискуют своей жизнью, точно не для того, чтобы Паша Войко сегодня рулил предвыборной кампанией Дадона. То, что Паша является Пашей, и про его 4-5 домов, это мы поговорим в другой раз. Я уверен, что после этих выборов мы систему поломаем. И последний дом, который строится на телецентре, Паш, это благодарность со стороны Дадона. Или, может быть, то, что досталось по наследству от Плохотнюка, может быть, ты выйдешь и расскажешь нам про это. Если не выйдешь ты, об этом расскажу я и покажу это всей стране. Я обращаюсь ко всем настоящим полицейским. Ребят, я сделал специально новый номер телефона под вас. Следующий номер. 068-333-796. Зеру шасы опт. Трей сути трейдзеш трей. Шапти на ушасы. А чест номер, где телефон, ари, вайбер, ватсап, сигнал, туати, мессенджер. Ворок фрумос, орчин калкари, нзыва лежерлор. Так и ну ва пермит кондущер с документацией, интримитет СМИ. Видео, поза. Кайос ли публик сарет ла тет сара кшис окупы додони, ланивел национал. Еще раз повторяю, номер 068-333-796. Значит, я хочу еще раз обратиться ко всем полицейским. Ребята, отправляйте мне информацию. Значит, документируйте любые нарушения, которые есть, скидывайте мне. Вы же прекрасно понимаете, власть поменяется, Паша Пылесос будет пылесосить вместе с Дадоном в Криково, а нам с вами нужно будет работать и работать для того, чтобы навести порядок в стране. Я знаю нормальное отношение силовиков ко мне, и спасибо вам всем за поддержку. Понимаю, что некоторые боятся, некоторых прессуют. Ребят, вы скидывайте мне, и мы разберемся. Эти байки, что рассказывают там, что слушают WhatsApp, Viber, там сигнал и так далее, это чистый бред. Скидывайте мне всю информацию, я буду опубликовывать.